ранение, и у нас, и у русских, это либо ты выбываешь совсем из игры, потому что уже не можешь воевать, без ножки тяжело русским воевать, либо ты имеешь право комиссоваться после ранения. Но если наши после легких ранений не просто возвращаются, они, как правило, не уходят, а подлечился, ребра зажили. Орки пользуются любым ранением для того, чтобы на законных основаниях вернуться домой, к семье и забыть Украину как страшный сон. Есть понятие некомплекта, то есть тебе может числиться 500 человек в подразделении, реально у тебя их 300. И от того, что ты увеличишь с 500 до 600 и наберешь еще 100 человек, их не станет 600. Понятно. Их станет 400. Но поскольку 100 ты потерял, у тебя 300 осталось. Поэтому все вот это громкое увеличение армии, это увеличение штатного расписания и попытка набрать людей на место тех, которых больше нет.